Рекордное число 17,5 миллионов мусульман-шиитов прибыли в этом году в иракский город Кирбилу, чтобы принять участие в религиозных церемониях, посвященных памяти имаму Хусейна. Среди паломников очень много иранцев, которые так отреагировали на угрозы терактов со стороны радикальных суннитов, в том числе и боевиков Исламского государства. Перед началом религиозных церемоний мы узнали, что боевики Исламского государства утверждали, что иранцы не смогут вернуться домой. В связи с этим мы, иранцы, решили прибыть в огромном количестве, гораздо большим, чем в предыдущие годы. Посольство Ирака в Иране оказалось не в состоянии оформить визы для такого числа паломников. Количество людей на пропускных пунктах на границе было почти в 100 раз больше, чем в предыдущие годы. Наплыв шиитов из других государств связан также с тем, что в этом году Ирак отменил визовый сбор для паломников. В связи с угрозами в адрес участников религиозных церемоний иракские власти приняли повышенные меры безопасности.